Почти прилетели, Гор. Скоро на Гор-Гор покатаемся, Гор. Мороженое, Кло, поедим, Кло. Сладкую вату, Гор. Это будет наш лучший отпуск, Кло. Что происходит, Гор? Ты? Мы космический пират, Гор. Ваш корабль захвачен. За космической чертой рубится песок рой. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Ограби, Гор! Все, забирай, Кло! Мохнатые черепахи! Это уже пятый случай! Если так дальше пойдет, никто не будет летать в Янголэнд! Нужно разобраться с этими пиратами. Оставьте это нам! Мы их уже два раза побеждали! Так они нападают на туристов на подлете к Баблу. Значит, там мы их и поймаем. Устроим им ловушку. Крутиксы, вперед! Тридцать пятый круг, а они так и не клюнули. Все из-за тебя. Тебя слишком скучно грабить. Крутяк, сработало! Попался, тянучка! Думаешь, это ты меня поймал, Гор? Это я тебя поймал, Гор! Тебе нас не победить! Значит, это не наша ловушка? Ты и твои друзья, Гор, опозорили меня на всю галактику! Дважды! Особенно ты, Гор! Что ты собираешься делать? Готовься! Я одолею тебя в честном бою! И прославлюсь, как величайший Гор, пират галактики! Ограбьте Янголэнд! А я разберусь с этим хомяком, Гор! Мы справимся! Помоги Зиги! Надеюсь, нас услышит береговая охрана. Но на Бабле нет берегов. А значит, нет береговой охраны. А? Зато есть... Акула! Это же наша акула! Заныривайте! Ну что, готов сразиться, Гор? Шустричек! Друг! Сразиться, говоришь?
Галгор! Это ограбление! Давайте сюда ваши денежки. Давайте, давайте, не мелочитесь. Капитан будет мной гордиться. Граждане пираты, прекратить грабеж! А ну, не троньте мой корабль! Пузыремет! Видишь, я вернул свою силу, Гор. Откуда у тебя такой крутой костюм? Да я тебе... Я знаю одного изобретателя получше тебя, Гор. Орешки! Я стал сильнее, чем раньше, Гор. Термопушка! Ну что, кто здесь самый крутой, Гор? Тянучка, зачем тебе все это надо? Раньше меня все любили, уважали, ценили. А потом вы меня победили. И когда я потерял суперсилу, то стал обычным, Гор-Гор. Вы меня не поддержали. Я остался один, Гор. Без славы и почестей. То есть ты просто хочешь снова стать крутым? А ты мне все время мешал, Гор. Но твое время прошло. Я победил самого крутого супер-Гор. Самого крутого? Но ведь не я самый крутой супергерой. А кто, Гор? Вы меня надолго запомните? И не надейся! У него память короткая. Граждане пираты, выходить по одному! Где же Зиги? Не ждали, Гор? Дамы и господа! Встречайте! Величайший пират галактики Тинучка! И где тут самый крутой супер-Гор? Вот он! Непобедимый Янго, который сейчас представит вам новое шоу! Сразимся! И посмотрим, кто круче, Гор. Конечно! Ведь это наш новый аттракцион. Подводные пираты. И вот его главная звезда. Покажи им, что умеешь! Правда круто! Ограбление? Просто часть шоу. Все украденное мы вернем. Не так ли? Конечно, Гор. А можно с тобой, Кло, сфотографироваться? А мне автограф, Гор. Оказывается, веселить круче, чем грабить. Ко мне, мои верные пираты, Гор! Разделим славу! Здорово придумал, Зиги! Значит, теперь пираты будут работать в парке и развлекать гостей? Да, лучший способ победить врага – стать его другом. Ха-ха!
Ну уж нет. Я пират, а не какой-то там клоун. Я вам еще покажу. Впрочем, смотрю, как лучше украсить парк. Вот тут, например, очень празднично будут смотреться гирлянды. Погоди, мы у Янга даже разрешения еще не спросили. Разрешение на что? Уважаемый Янго, нам в Академии дали задание провести в Янголенде новый звездный год. Можно? Это который с отчетами и папоротниками? Только не это скучище. Да нет! Теперь мы празднуем Новый год по-земному! Со снегом, елкой и украшениями. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Двигатель ревет. Рубисики самурай! Рубисики самурай! Руки вперед! Земной Новый год — это... Снег! Это хоровод! А будет хоровод вокруг ёлки! Круто, конечно. Но что в этом супергеройского? Как что? Новый год — это суперпраздник с настоящим супергероем — Дедом Морозом! Ладно, я согласен на суперпраздник. Но при одном условии. Супердедом буду я. Чуть не забыл. Если приплывут рыбоудильщики, они приплывут. Вы уж их встретьте и позаботьтесь как следует. Понимаете, о чем я, да? Интересно. Дед Мороз. Хоу-хоу-хоу! Так, рыбы-удильщики. Рыбы-удильщики! Может, все-таки в Академии Новый год проведем? С папоротниками, отчетами? Похоже, защита парка от злых рыб — наше новое супергеройское задание. Точняк! Янга нас проверяет! Значит, нужно успеть и праздник организовать, и от рыб защититься. Тогда Рой поможет мне все украсить, а вы с Солом позаботьтесь об удильщиках. Ой. Похоже, украшений нам на весь парк не хватит.
Странно. Мне казалось, мы два ящика брали. Ай, да сколько ни бери, вечно не хватает. Мы же на дне океана. Тут должно быть много всего красивого. Морские звезды, кораллы, ракушки. О, кажется, я уже что-то нашел. Так, ракушка-хлопушка готова. Все ловушки расставлены. Ха, теперь рыбам-удильщикам не поздоровится. А, это что за разносол? Зиги, тут чистая логика. Чем больше котов, тем меньше рыб. Я не уверен, что нарисованные коты сработают. Это твои ловушки не сработают. Сработало! О! Рыбы-удильщики! Только это не рыбы-удильщики. Рой, хватайся! Шустрик, отойди! Дай я попробую! Ракушка-хлопушка. Так вот куда все украшения делись. Ничего, сейчас все развесим, пока гости из академии не... Вы все прилетели. Добро пожаловать на самую крутую новогоднюю вечеринку! Всегда мечтал попасть в Янголэнд. Снеги, пошли кататься. Ничего новогоднего. Парк как парк. Даже украшений нет. Могли бы хоть постараться. Ха! У нас впереди еще масса сюрпризов. Вот так удивил. Сол, тревога! Они здесь! Спокойно! Мои солы их остановят. Эти коварные рыбешки хотят испортить нам праздник. Стоп, подождите. Давайте сперва спросим, чего они хотят. Да, скорее мы нападаем. Хоу-хоу! Вы что тут устроили? Хоу-хоу! Мы заботимся о рыбах-удильщиках, как вы и просили. Позаботиться, да. Но как о гостях парка и моих соседях? Мы приплыли на праздник, а они сразу драться. Это крутиксы нам сказали. Простите нас, пожалуйста. Мы все неправильно поняли. Мы думали, вы злые, а вы, оказывается, добрые. Хоть и очень страх. Страшно.
красивые. Янго, так это был ваш очередной новый супергеройский урок? Какой еще Янго? Я Дед Мороз. И вот вам мой подарок. Директорша Кайзер явно что-то от нас скрывает. Как же узнать, что? О, нужно провести обыск в ее кабинете. Ай, только как получить разрешение? Мы даем головную команду. Чего? Зайдем, быстренько посмотрим все файлы и тут же смоемся. Да, как супершпионы. Залезть в кабинет директора? Это неправильно. А продвинуться в нашем расследовании правильно. Я против. Ну и ладно, сами справимся. Кайзер, наказала так наказала. Когда-то здесь была планета-курорт Лавадар, но туристы завалили ее мусором. А нам теперь все это убирать? Нет, Руби, тебе это делать не нужно. Уборка наша забота. А я буду как волонтер. Кто что тер? Волонтер – это тот, кто добровольно помогает другим и окружающей среде. Не надо нам помогать! Мы провинились, мы уберем! Да, сами справимся. Руби, погоди! Нам и вправду нужен волонтер! Волонтер!
Мусорят и мусорят. Точняк! Надо сделать своего робота-уборщика. Да! Пусть он уберется за нас. Ага, а мы продолжим расследование. Ну, здравствуй, мусоробот. Внимание, тестовый запуск. Мусорят и мусорят. Может, надо было их отговорить? Куда это он? Кажется, он решил убрать вообще всю планету. Ну и крутяк. Теперь у нас есть время придумать новый план, как пробраться в кабинет директора. Мы сделаем так, чтобы цветок нас не заметил. Нет, нам нужен другой план. Надо использовать силу. Дай сюда, повелитель Блох. Тут надо действовать хитростью. Все цветы любят музыку. А чё опять меня? Прилипают Нет, все-таки надо было помочь Зиге. Вместе у нас бы все получилось. А что если... Ха! Смотрите! Перелетный мусор! Мусоробот взбесился! Мы должны его выключить! Крутиксы, вперед! Эй! А ну, прекрати! Убираться! Мешают и мешают! Ой. Мы что, станем космическим мусором? Эй, говори за себя! Стой! Да, опять мы без Руби. Влипли. Руби! Шустрик, давай! Да в нем жвачки на целый резиновый завод. А может, наоборот, мало. Что ты имеешь в виду? Тащи сюда всю жвачку. А теперь угостим нашего железного друга. Зорят и зорят. Руби, давай! Спокойной ночи, железяка! Спасибо, Руби. Без тебя мы бы не справились. Ты был прав, Зиги. Если бы мы пошли в кабинет Шикайзер вместе, все бы получилось. И получится! Я придумал, как добраться до сейфа. Хм.
Годовой отчет, рецепт пирога с папоротниками, рисунки Толли. А это что? Сиди! Срочный вызов на планету Барбар! Карпия! Рой, это просто макет! Я испытываю на нем мой новейший сеткомет! Карпия крадет энергию Шустрика, а прицел как раз на нее и настроен. Стоит Карпии появиться, тут же угодит в суперсеть. Вот так! Зиги! У Солы и Роя тоже энергия Шустрика! Точняк, совсем забыл! Я что, рыба, чтобы меня в сеть ловить? Прости, Сол! Зи, в следующий раз не надо спешить! Сначала подумай, а потом делай. Я не спешил, а просто немножко поторопился. Торопиться нужно на Барбар. Крутиксы вперед! А если убрать автоприцел? Ой! За космической чертой рубится кислород. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Наверное, вспомнили, как я их вождя за нос схватил. Ой-ой. Хранитель орешков. Ты, Барбар, привез нам еще орешков, Барбар. Конечно, привез, да, Сиги? Привез, только себе. Уважаемые барбарюки, что у вас тряслось? Когда пришла жара, Барбар, и наступила засуха, появились эти вредители-водоносики и стали выпивать остатки, Барбар, нашей водички. У нас остались, Барбар, только эта река и озеро. Ну, по мне, так чем меньше воды, тем лучше. Это ж не молоко. А растения тоже молоком поливать будешь? Жители Барбара, обещаю вам, крутиксы спасут вас от этих ужасных мошек. Но сначала выясним, что это за насекомые. Да, Зиги? Слишком много водоносиков. Не настроится. Надо поймать одного. Есть!
это новый супергерой! Крутяк! Зачем ему столько воды? Ничего себе водоносик! Меганосик! Нужно его остановить, пока он весь барбар не затопил! Кажется, у меня есть план! Зим, надеюсь, этот план ты хорошо продумал? Что это? Моя супертаблетка! Желе! Со вкусом мяты! Ну что, гражданин Меганосик, больше ты эту воду пить не сможешь! И барбарюки тоже! Зиги! Ну да, не подумал. Она снова прилетела за суперсилами! Начнем с тебя! Суперпёс! Разойдись! Замяуровали! Кажется, гарпия усилила прочность своих перьев. Сол, хватит паниковать! Выход есть всегда! Надо только немного... Придумал! Зиги! Руби, я все продумал! Это простая наука. Сол создаст вихрь, а вихрь создаст переменную силу, которая снесет купол. И нас вместе с ним? Нет, Рой нас удержит. Ладно, давай попробуем. Держитесь крепче! Ха, говорю же, наука! Рой, освободите Меганосика, а мы отвлечем гарпию. Сеткомет. Сеткомет. Мазила, целься лучше. Может, снова вихрь? Я на этом шилейном торте даже разогнаться не могу. О! А если торт разрезать? Ты чего? Беги, Сол, беги! Упс. Заряды кончились. Ха, зря вы решили мне помешать. Эй! Кто заказывал водные процедуры? Я вас недооценила. Первый и последний раз. Меганосик! Теперь ты точно супергерой! Барбар, наша водичка! Секундочку. Готово! Жители Барбара! Водоносики, они же аквалейки тропические, вам не враги, а друзья!
Во время засухи они набирают воду и поливают увядающие растения. Простите, Барбар. Рутяк! Так-то, надо сначала думать, а потом делать. Правильно, Руби? А с этим что делать? Вести в Академию. Как и всех новых супергероев. Мы научим их управлять своими силами. Да! Академия для супергероев! Спасибо, директор Шикайзер. Станешь кадетом. Чур летит в кресле Роя. Прилетайте, Барбар, почаще! Уважаемый старейшина Допотопс, след короля Гарпий обрывается здесь, но тут только черная дыра. А, в этом секторе нет никаких черных дыр. Может, стоит ее исследовать? Нет времени. Галактика в опасности, пока он на свободе. Найдите короля, срочно! Макс, давай все-таки ее исследуем. Но старейшина сказал... Выполняй. Потеря управления. Потеря управления. Макс, передай старейшинам сигнал СОС. Отправлен. За космической чертой Рубисики самурай. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Рубисики самурай. Рубисики самурай. Крутится вперед. Эй, смотрите! Это я! Его научил! Шустричек! Ты просто супер! Крутяк! Это еще что? Шустрик, а вон ту попробуй. Ломают и ломают. Ну, есть куда расти. Сигнал о помощи от директора Шикайзер? Крутиксы, вперед! Макс, что известно об этой планете? Информация отсутствует. Кажется, это устройство выкачивает энергию из черной дыры. Вот почему она не работает. Что это такое? Предположительно, местные жители.
положительно, они могут менять форму. Жители планеты, с вами говорит капитан космического флота. Приказываю убрать прибор. Повторяю, уберите эту штуку. Она мешает моей межгалактической миссии. Если вы не подчинитесь, я уберу сама. Прекратите, или я применю силу! Крутиксы, а вы тут что делаете? А, впрочем, вы вовремя. Нужно отключить тот прибор. Тяжелый. Эту штуку надо расколоть! А? Зеркало? Директор, ловите луч! Отличная работа, Крутиксы. Вы спасли мою миссию. Что это с ними? Может, дело в этой сгоревшей картошке? Это ядро планеты. Кажется, он хочет нам что-то сказать. Смотрите! На планете Кристалла все было хорошо, пока не появился... Король Гарпи. Ого! Он выкачал из ядра энергию, чтобы открыть черную дыру. Вот для чего им был нужен тот прибор, чтобы вернуть ядру энергию. Значит, я была права. Король Гарпий за этой черной дырой. Да, нужно скорее туда полететь. Нет, нужно скорее вернуть планете энергию. Без нее кристаллики не выживут. А если не поймать короля Гарпий, никто не выживет. Я решила. Энергию планете надо вернуть. А мне придется найти другой путь. Или не придется. Ты справишься! Давай, Шустрик! Мы на тебя рассчитываем! Да! От тебя всего лишь зависит судьба всей планеты. Шустрик! Шустрик, ты где? Выходи! Это ты его напугал! Эй, а что я такого сказал? Если бы от меня зависела судьба планеты, я бы тоже испугался. Вот ты где. Я тебя понимаю. Тяжело нести в одиночку такую ответственность. Хочется от нее спрятаться. Но, знаешь, мой отец, адмирал Рекс, всегда говорил, даже самое сложное дело проще делать вместе с друзьями. Однажды ты уже сделал большое дело. Победил Гарпию. Уверена, ты и сейчас справишься. Твои друзья в тебя верят.
Честно говоря, мне тоже легче, когда крутятся рядом. Они моя команда. Она считает нас своей командой. Адмирал Рекс, ее отец? Шустрик, я в тебя верю. Ты лучший, и мы тебя любим. Какая красота! Жители кристаллической планеты. Я допустила ошибку и хочу извиниться. Надеюсь, мы расстанемся друзьями. Директор Шикайзер! У вас все получится! Вы найдете короля Гарпий! И всех спасете! Мы в вас верим! Спасибо, моя команда! Mm.